Слава Богу, браття і сестри! Ви всі согласні з цим псалмом, який ми пели? Дарував би нам Господь, щоб ми всі були согласні з цим псалмом, щоб ми вірували в цього єдиного Господа нашого Бога і Ісуса Христа, для того, за того, щоб Он нас прийшов, для того, щоб спасти нас от смерті і смерті вічної, браття і сестри. Надарує нам Господь бути уверенними в цьому псалмі, в ці слова. Там дуже важливі, цінні слова сказані, браття і сестри. І о всій житті, о котрій говориться в Ісусі Христі, що Он прийшов на землю, і все Його дійства, которые были выполнены здесь на земле Его служением. В этом псалме было все сказано. Я перед нашей молитвой желаю для нас прочитать из 3 главы послания святого апостола Павла к евреям, 3 глава 1 стих и 4 глава 14 стих. 3 глава 1 стих. «Итак, братья,
святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». И 14 стих 4 главы. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». Два стиха, и в третьей главе, и в четвертой главе, говорят об исповедании нашем. Вот если внимательно прочитать вот эти стихи, в третьей главе этот первый стих, то тут сказано «уразумейте». Уразумейте посланника и Спасителя Иисуса Христа, исповедания нашего. То есть в этом стихе говорится о том великом действии, что Иисус Христос исповедал нас. А каким исповеданием исповедал? Исповедал в том, что мы грешники, что никакая жертва не может загладить наши грехи. Он исповедал нас тем исповеданием, что мы являемся погибшими людьми, что мы не имеем жизни вечной. Он исповедал нас. И ради этого исповедания Он пришел на землю. Слава Богу, братья и сестры! Что Он пришел на землю ради спасения моего, твоего, ради спасения всего мира. Здесь призывается «уразумейте посланника и первосвященника Иисуса Христа, исповедания нашего». Но вот четвертый стих уже говорит другие слова, нам тоже исповедания, братья и сестры. Здесь сказано «итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, будем твердо держаться исповедания нашего». Братья и сестры, исповедание наше. Я хотел бы сегодня перед этой заповедью, чтобы мы могли как можно глубже и больше уразуметь наше исповедание, в чем оно является пред Богом, пред Иисусом Христом. Прежде всего, я должен убежден в том, что я грешник. Я не имею спасения. Без Иисуса Христа я погибший. Братья и сестры, вот это исповедание нашего. Я хочу сказать, если мы имеем это исповедание, если мы имеем это сознание в своем разуме, братья и сестры, то я хочу сказать, слава Богу, это начало уже было, оно и есть. Я не призываю вас к чему-то другому, я призываю вас, чтобы мы могли как можно больше уразуметь исповедание наше. Прежде всего, я должен знать, я грешник, без Иисуса Христа я погибший. Это первое. Второе, я должен знать, что я не таков, каким я должен быть пред Иисусом Христом. Я не таковый, я должен это уразуметь и должен, если это нужно, пред Господом исповедать себя, что я грешник, я являюсь неспасенным. И я, второе или третье уже исповедание будет, мы должны исповедовать, что Иисус Христос пришел ради моего спасения в мир. Слава Богу, братья и сестры, вот это исповедание наше. И Святое Писание призывает нас, чтобы мы были, чтобы мы крепко держались исповедания нашего. Чтобы вот это исповедание наше, это признание наше, оно никогда не отходило от нас. Но чтобы мы помнили всегда, что мы нуждаемся в Спасителе Иисусе Христе. Дальше наше исповедание, братья и сестры. Мы должны уразуметь его и держать это исповедание нашего. Это как бы является главным, что Иисус Христос пришел
пострадал и умер за мої гріхи. Это исповедание наше, это наше признание. Мы должны это уразуметь, что без Иисуса Христа, без Его страданий и без Его святой пролитой крови, мы не имели бы прощения грехов, мы не имели бы спасения. Вы смотрите, как глубоко и как велико ценил Иисус Христос вот эту заповедь, которую мы называем хлебопреломлением, «Сие творите в мое воспоминание», чтобы это исповедание наше постоянно было в нашей жизни, а особенно в данные дни, когда пред нами заповедь Господа Иисуса Христа. Я хочу дальше, братья и сестры, сказать, что мы должны иметь это исповедание, нам часто проповедуется, читается, говорится об этом, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Это наше исповедание. Это, если мы будем иметь это исповедание, это признание в нашем разуме, эти действия Божьи будут действовать для нас. А если я не буду признавать, они будут бездействия. Это ж понятно для нас, и для каждого из нас должно быть это понятно, что мы должны признавать кровь Иисуса Христа, которая была пролитая за нас, она является очищением нас от наших грехов, омитием нас. Я хочу дальше, братья и сестры, в исповедание и еще входят некоторые действия. Мы должны исповедать и то, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания. Это действия, которые мы должны исповедовать и признавать их постоянно, сами для себя. И если это нужно для наших близких, друзей, и перед кем это нужно, мы должны признавать эти исповедания наши. Это наше признание в том, что мы являемся вот таковыми, но есть и Иисус Христос, Сын Божий, который пришел ради того, чтобы спасти нас. Я хочу дальше, братья и сестры, исповедание наше. Сказано так, что мы имеем ходатая на небесах Иисуса Христа. Братья и сестры, безусловно, Духом Святым Он присутствует среди нас, братья и сестры. И это да и аминь, это Его верное обещание. И в этом обещании, и в этом исполнении Он верен, Он присутствует. И мы чувствуем силу Святого Духа и слава нашему Богу. Я хотел бы, чтобы каждый из нас все, от великих и малых, от взрослых и до детей, слышали и видели это присутствие Иисуса Христа среди нас Духом Святым. Но мы должны и помнить о том, что и Он на небесах является, и Он ходатаем есть для нас. А вы скажете, а для чего это? Это очень важное признание, это очень важное исповедание. Братья и сестры, потому что там есть клеветник, который клевещет, написано, день и ночь. Он будет свержен туда, но еще не время, братья и сестры. И если в чем-то, кто-то из нас в чем-то провиняемся, он уже представляет нас вот таковыми, братья и сестры. Но там есть ходатай на небе наш, Иисус Христос. Слава Богу, братья и сестры. Насколько мы должны быть благодарными нашему Господу, и насколько поистине мы должны быть в этом исповедании нашего Господа Иисуса Христа, упованием на Него. И последнее, что я хочу сказать, мы должны исповедать и это признавать, что поверив в Иисуса Христа, мы имеем жизнь вечную на небесах вместе со святыми. Слава Богу, братья и сестры! Я хотел бы, чтобы это краткое слово для нас имело свое значение, имело свою силу в нашей жизни, в нашей вере, в нашем хождении, чтобы мы постоянно помнили о том, что мы люди, что мы вот таковыми,
являемся, что мы живем в мире, среди народа, который не исповедует Иисуса Христа своим Спасителем, но чтобы мы могли помнить о том, что есть для нас ходатай на небесах, есть для нас Спаситель Иисус Христос, Сын Божий, который пришел ради нашего спасения, который на этой земле пробыл это время, назначенное для Него, и Он пострадал, и Он умер за грехи наши. Слава Ему за это! И в сегодняшний этот час, в этом служении, я хотел бы, чтобы мы в этой молитве, братья и сестры, обратились к нашему Господу. И если кто-то за собой чувствует, может быть, что он не таковым, чем-то он переступил волю нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы могли осознать, чтобы мы могли принести свое раскаяние вслух или в тиши, братья и сестры, и чтобы мы могли достойно, с дерзновением притянуть руку к заповеди, к святыне нашего Господа Иисуса Христа. Да благословит нас Господь в этой молитве и в этом нашем служении, и чтобы мы заботились всегда о том, чтобы сие служение, в которое мы пребываем, чтобы оно было во славу Иисуса Христа. И в нашу радость, в наше назидание, во спасение душ наших. Кому возможно, преклоним колени, будем молиться нашему Господу.
Я чувствую сильное присутствие Духа Святого. Мои братья и сестры, Дух Святой открывает, что в этом месте, в нашем зале, есть люди, которые очень нуждаются в исцелении духовном, в исцелении физическом. Уларстом перетут кухпир торавчил. Лифардостом педеки чаудес. Так говорит Господь. Так говорит Господь. Я есть Бог. Я есть Бог, который сильный и могущественный. И тору ластауке превит чентункам праудес. Лумер докультеруса в теле мокчаудес. Аллилуйя. Аллилуйя, благословен Господь, который дарует народу своему свои божественные истины. И лауте, компрето, сом, притику, альдос, то тещо, компрету, лому, партало, сом, теле, дугуада, китуре, фичоту, сен, креудес. И ты, душа, которая имеешь очень большие головные боли, ты, душа, которая имеет женские болезни, говорит Господь, это, что будет происходить на этом месте, это не одежда моего сына, здесь больше. Поэтому прикоснись с верою и получишь. И получишь. Аллилуйя. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Братья и сестры, Бог по своему определению и милости снова даровал нам эту жизнь, которая сокрыта под этими покрывалами. И только Он обозревает этот зал и живущих. Сегодня во всей вселенной происходит великое и чудное.
Мы с женой ехали и слышали, как одна мусульманка, которая 19 лет страдала. После смерти своей матери, а затем и глубоко любящей ее отца смерти, она закричала к Богу, она закричала к Аллаху: «За что ты меня так наказываешь? В 6-месячном возрасте я стала калекой. Ты забрал мою мать. Ты забрал моего отца. Бог, открой, почему, за что?» И ей, она слышит голос: «Я есть тот, который люблю тебя. Прочитаю в твоем Коране, имя мне мое Иисус. Прочитай в Коране, что означает мое имя и кто я на самом деле». Она нашла, она прочитала, она, дорогие друзья, начала более серьезно искать Иисуса, потому что там очень кратенько сказано о нем, как о пророке. Но что он исцелял, но что он исцеляет, что он воскрешал из мертвых, что он прокаженных очищал. Там сказано, и это для нее было достаточно, чтобы дальше искать Господа. Я сокращаю. Очень быстро она пришла к всемогущему Богу и снова начала вопиять к Нему. Фатима ее звать. И снова, уже на этот раз не голос услышала, но явился Иисус Христос, и явились 12 с Ним. Апостолов наполнили ее комнату. И Он поднял. Иисус позвал ее. Да, ее надо было звать трижды, но все-таки она уверовала. И она 19 лет калека, полностью парализованная левая сторона была, усохшая. Она поверила и пошла к Нему, и несет весь Евангелие. Мои дорогие братья и сестры, почему сегодня? Почему сегодня так много, дорогие друзья, Бог совершает своих действий у тех, которые впервые слышат о имени Иисуса и идут, и прикасаются к Нему? Но почему, мои дорогие друзья, мы так много страдаем, которые так много знаем о нашем Господе Иисусе Христе? Возлюбленные, и об этом свидетельствуют те, вы знаете, дорогие друзья, которых Бог употребляет в совершении молитвы об исцелении больных. Вы знаете свидетельство дорогого брата, который говорил: православные приезжают ко мне автобусами из Крыма, из других местностей, и очень быстро, практически все уезжают исцеленными, но те, которые глубоко познали Господа Иисуса, которые крещены Духом Святым, над ними так много часов надо совершать молитв, чтобы получили обещанное Богом. Поэтому вы уже слышали, на месте есть тот, который завещал церкви совершать эту святыню. И здесь не только твоя жизнь и моя жизнь, духовная и эта физическая. Мой брат и сестра, здесь и твое исцеление. Брат и сестра, да, я думаю, вы понимаете, исцеление от болезни, которую вы получили не в результате недолжного воспоминания или же участия в вечере Господней. Поэтому да благословит нас Господь, искать Его через Его Слово. Рассуждаем перед тем, как мы будем совершать эту святыню над Словом Божьим и будем совершать ее. Читаю из послания к римлянам 6 главы.
Третий стих. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Как бы вопрос звучит ко всем, находящимся сегодня в нашем зале, или же смотрящими это служение по интернету, Бог обращается ко всем, кто однажды, неважно, сколько десятков лет произошло твое и мое погребение, однажды этот акт крещения произошел со мною и с тобою. Вот потому мы имеем это дерзновение сегодня совершать это служение. Итак, этот акт произошел. Вопрос состоит в том, понимаю ли я, или, как уже сказано было перед нашей молитвой, разумею ли я, уразумел ли я это до конца? Что же в самом деле сокрыто здесь? Что же в самом деле произошло 10 или 15 или 30 лет тому назад, когда я и вы заходили в эти воды? И там на самом деле мы умирали для себя. Что же произошло? И произошло, и происходит ли? Действительно, мои дорогие друзья, да, это процесс. Я сразу же оговорюсь, что это процесс. Это не всегда, и это не было в дни апостолов. Это не было, чтобы сразу уже на 100% уже просто из воды поднялся чистый, святой или непорочная. Нет. Да, это процесс. Но самый важный факт, который должен совершиться именно там, в этой воде, заключается в том, что я должен что-то понять. Что я должен что-то понять. Что же я должен понять? Давайте прочитаем ниже, дорогие возлюбленные. Читаем из 9 стиха. «Зная», начинается это 9 стих. То есть, когда с помощью служителя я и вы были снова подняты с этой воды, я должен, в мое сердце, мое сознание должно прийти, это чувство. Я должен что-то знать от сегодняшнего момента, от этого первого шага в этой воде, который я должен сделать, я должен что-то знать. Я должен что-то знать, чтобы моя жизнь каждым шагом, с каждым днем, она менялась. Какая? Как менялась? По какому образу? «Зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха. А что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашим». Вот в чем заключается сила, вот в чем заключается счастье и победоносная жизнь христианина. Почитать себя умершим для греха. Вы скажете, ну, более доходчиво объясни, как это. Друзья, жизненный, простой пример. Думаю, каждый из вас, если не видел через решетку льва, царя царей, то видели хотя бы его на картинке. Даже на картинке, и то какое-то, знаете, ну, чувство неприятное порождает, когда ты рассматриваешь это дикое животное вблизи. А еще вот
Ну, то, кто тобі з вас сказав би, ну, ви в клетці, рядышком клетки, вот он стоит за этой клеткой. Ну, протяни к нему руку. Ну, погладь его. Кто бы из нас дерзнул это сделать? Никто. Никто. Даже если бы дрессировщик там в цирке, который выделывает разные трюки и подвел к вам уже обученного, может быть, даже клыки у него там уже искусственные такие, не такие настоящие, как у нормальных диких этих львов. И сказал бы, ну ты видишь, как я с ним работаю. Видишь, что он меня не ест. Погладь его. Думаю, немногих у нас было бы охотников сделать это. И другое, это живой царь зверей. И другое, если бы он был мертвый. Совершенно другое. Или же просто искусственный. Вы бы по-другому это делали. Мои дорогие друзья, что значит «почитайте себя мертвыми для греха»? Мои дорогие друзья, это значит, что когда ко мне грех, когда враг или же меня тянет каким-то образом на какой-то грязный сайт, или еще куда-то позвонить кому-то, или которая, например, дала свой телефончик тебе, и ты знаешь, что она несерьезного поведения и пригласила тебя в позднее время. Бог говорит, почитай. Если ты почитаешь себя, что ты мертвый для этого греха, что ты воскрес для Бога, ты получишь силу от всемогущего Бога убежать от этого. Ты получишь силу, чтобы быть победителем. Он тебя тянет, он так сильно тебя тянет, но тебе так хочется к твоему селфону приблизиться и сделать то, что загрязняет твою совесть, то, что отдаляет тебя от всемогущего Бога. Тебе так хочется это сделать, но тебе приходит это место. Почитай себя умершим. Да, у тебя, девушка, мой брат и сестра, седовласых, сатана не гнушается и седовласыми. Эти искушения, они подстерегают нас на каждом шагу. Ценность заключается в том, чтобы тот, который искушает, или так, через которую приходит искушение в мою жизнь, они увидели, что я умер. А если и не умер для того или иного греха, то я почитаю себя умершим. Да, я борюсь. Да, тебе тяжело. Ты молодой или молодая. Тебя тянет к этому запретному греху. Почитай. Здесь заключена сила. Если, мои дорогие друзья, в Старом Завете такого благословения, какое мы имеем сейчас, в настоящее время не было, то нас Бог снабдил намного больше возможностями, чтобы быть победителями, чтобы врагу не удавалось лишать нас этой благословенной, счастливой жизни, жить со Христом Иисусом. Одна из этих помощей и сил сокрыта в ломимом теле Господа Иисуса и пролитой крови Его святой. Разумеешь ли, мой брат и сестра, сегодня Бог говорит уже вторично, перед молитвой говорил Он твоему и моему сердцу через свое слово. Разумеешь ли, до конца, что совершает Господь, что сокрыто
в этой святыне, которую Бог предлагает для своей церкви, для искупленных своих, для тех, которые перед многими свидетелями в больших и малых водоемах обещали служить Ему в доброй и чистой совести. Он сокрыл великую силу. Пользуюсь ли я? Пользуешься ли ты, мой брат и сестра? Для этого нужна вера. Братья и сестры, вера необходима не только, чтобы получить исцеление от твоей болезни, которая преследует тебя и которая, возможно, страшит тебя, потому что ты ожидаешь операцию. Не только от этого, это защита твоя, это исцеление твое, если ты разумеешь, что ты прикасаешься не так, как та женщина, к краю одежды Иисуса. Ты берешь Его Слово. Я думаю, будут сегодня снова петь этот псалом. Мы любим этот псалом. Дорогие друзья, сказал: примите, едите, сие есть тело мое. Мы поем этот псалом буквально слово в слово, как сказал Иисус. И это правда. И это правда. И вот поэтому Дух Святой возвещает, что здесь больше, чем тогда у той женщины была эта возможность прикоснуться к краю одежды Иисуса Христа. Здесь больше. Но здесь я не могу вам помочь. Я не могу вам помочь в этом. Я признаюсь в этом. Здесь нужна ваша вера. Здесь нужна моя вера, чтобы получить духовное или физическое оздоровление. Мне необходима вера, когда я буду брать этот кусочек хлеба, чтобы я не видел в нем обыкновенный хлеб, а я представлял, как эта женщина, если прикоснусь, о, если прикоснусь, и представьте себе, за 12 лет как истощились ее даже физические силы. А она пробивалась, не написано, как долго она старалась прикоснуться к Нему. И как это тяжело ей доставалось. Мои дорогие друзья, пусть остальное совершит Дух Святой в этом служении. Итак, Бог предоставляет сегодня тебе и мне великую силу, которая сокрыта в этой святыне. А уже наша дальнейшая жизнь, она будет показывать, насколько мы умеем пользоваться этими немногими. Я специально не подбирал много, чтобы в вашем разуме, в моем разуме не нагромоздилось много, и мы не упустили что-то такого вот очень важного и ценного, специально, чтобы немногое мы могли запомнить. И специально сейчас еще раз повторю это место перед вашими глазами. Еще раз давайте прочитаем эти стихи. И когда мы наедине будем с нашим Господом, когда мы будем один на один в наших домах, на наших работах, глубже давайте рассуждать о Нем, чтобы наш Господь не огорчался нами, нашим поведением. Это должно работать в нашей жизни. Все мы, третий стих, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И 10 стих. Если Он умер, то умер однажды для греха. Дорогие друзья, чего греха? Своего? Нет. Не бойтесь сказать моего греха. Он не имел греха, слава Ему. Так слава Ему или нет? Благословенно Его святое имя. Он не имел греха.
Но Он взял наши грехи, в том числе и твои грехи, и мои грехи. Слава Его, Его святому чудному имени. Более того, болезни взял наши. Слава Ему. Ранами Его мы исцелимся. Мы исцелились. Можешь взять это, если можешь. Не забудь прославить имя Господа Иисуса. Как та женщина, как многие-многие, тысячи, миллионы людей от того момента, когда Он умер, когда Он воскрес и вознесся, получили исцеление духовное и физическое, получают, продолжают получать исцеление. Сегодня Он тот самый, хвала Иисусу. И прикасающиеся к Нему получают жизнь, получают исцеление. Я знаю Дух Святой, который начал это служение. Он закончит. Дай возможность Ему работать. Прежде чем мы приступим, я прочитаю следующее место. И мы будем совершать эту святыню. Дух Святой дает мне чувствование, чтобы мы сейчас горячо помолились нашему Господу. И, возможно, в этой молитве, даже перед тем, как придет это ломимое тело и пролитая кровь Иисуса, перед тебя ты получишь исцеление. Молимся. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя, хвала тебе, Отец. Аллилуйя, слава тебе. Потому что, Отец, твой Сын делал все то, что ты завещал твоему Сыну. Он ничего не сделал того, чтобы от себя. Он все делал, потому что ты был его этим наставником, как своего Сына. Он возвещал, что Отец поручил мне, и слава тебе за это, слава тебе за это, Отец Небесный, единородного ты отдал ради моего спасения, от единородного ты закрыл лицо свое, отвернул лицо свое, тогда, когда он висел на этом кресте Голгофском, солнце померкло, написано, земля затряслась, потому что не свойственно было, Отец Небесный, тебе смотреть на своего Сына во грехах, да не его грехах, но наших грехах. Слава тебе, Отец Небесный, благословенно твое имя. Ты слышишь сейчас молитвы святых твоих, тех, которых ты позвал, тех, которые однажды обещали тебе служить доброй чистой совести, и тех, которые, Господи, готовятся к этому, чтобы однажды это произошло в их жизни, да будут благословенны тобою, да будут услышаны. Отец, во имя Сына твоего и пролитой крови Его святой, нам так хочется, то, чтобы это все, что будем мы сейчас совершать, оно было на славу Твою, оно было нам на жизнь, оно не было никому на поражение. Мы молим и просим Тебя, соверши свою работу до конца, и пусть будет народ Твой благословен, а вся слава да будет Тебе. Аминь.